Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Blade & Soul, русская ЗБТ. И на мне сейчас надет наряд Стражи Рассвета. Это тот наряд, который дается за набор гуру, именно только за него и больше ни за чего. Ну, он не надет на мне, я просто зашел в шкаф и примерил. Тут, по идее, все наряды можно примерить, насколько я понимаю. И эта опция будет доступна, опять же, только на премиум аккаунте. Да, то есть какая система доната здесь. Во-первых, можно будет брать прем, и он разноуровневый. Это все можно посмотреть, опять же, на сайте ForGame, там на форумах. И полно информации, в общем-то. Это вот уникальный наряд, и должен признать, смотрится он довольно круто. И там еще шапка уникальная, головной убор. Вот, Страж Рассвета, вот. Как-то так. По-моему, довольно симпатично. Ну, тут еще можно как-то, конечно, поизвращаться. Что тут, маска Великого Пламени? Да, это уже не аутентично, это не то. Что сюда может зайти? Вуаль злого духа. Просто задерпировать лицо. Нет, оно слишком прекрасно, чтобы его закрывать. Это чересчур гламурно. Ну, в общем, тут есть возможность померить. И что еще здесь есть? Здесь есть внутриигровой магазин. Где ты? А, на F10. Надо запомнить. Здесь есть различные костюмчики. Сейчас у них стоимость в 1000 рублей. Что довольно много, как ни крути. И, конечно, тут можно все примерить. Но это просто костюм, это просто как бы ваша возможность выделиться как-то. Можно сразу посмотреть как на других персонажах. Ну, понятно, на каком персонаже, очевидно, лучше всего это смотрится. Я думаю, так уже ближе нельзя. И костюмов пока что не так, чтоб много, но есть из чего выбрать. Так, что у нас тут даже есть вот такой костюм. Ну, вот это, конечно, шикарно. Проработаны они, конечно, очень досконально, очень круто смотрятся. И на разных расах по-разному, да? У Ван это как-то так. У Шен... Ну-ка, у них даже, по-моему, колготки разные. Да, смотрите, у Фан такие колготочки получаются. Вот так это все выглядит. У Шен уже такие вот ажурные. Какие-то там велюрные, я не знаю, не очень разбираюсь. Ну и здесь, конечно, сплошные достоинства этого костюма видны сходу просто. Наряд Розетты. Тут какой-то такой вот прикольный наряд. Ну, тут, я не знаю, без комментариев, просто няшность какая-то маленькая, я не знаю, зачем она нужна. Но кому-то нравится. И здесь еще вот такие варианты. Нет, наряды очень крутые. Я думаю, стоимость еще их может поменяться, плюс там различные акции и все тому подобное. Потому что наряды, они реально крутые, но стоимость реально крутая тоже. Ну, тоже смотрите, как здорово смотрится. Почему-то только на феночку именно. А лазурит... О, лазурит тоже, смотрите, какой прикольный. И тоже только на фен. Ну, ладно, да, побежали, а то я тут долго можно смотреть. Ну, ладно. Оп. Тоже довольно круто смотрится. Ну, если зайти в режим шкафа, который вроде будет тоже доступен только премиум подписчикам, либо есть еще какой-то шкаф другой, не знаю, с этим надо еще совсем разбираться. Но здесь есть что? Наряды, наряд. Измертного Ганзи. О, кстати, тоже довольно крутой наряд. Ну-ка. Вот так его крутость очевидно видно. Да, тут в принципе вообще можно без геймплея обойтись. Просто создать редактор, пустить в шкаф и сидеть, короче, играться. Часами здесь можно. Гроза чудовищ. А не, ну вот это не очень. Так, ну-ка, белое пламя. Вот. Вот. Вот это уже серьезно. Это уже круто смотрится. Смотрите как. Ну и да, тут костюмов вроде более 500, если я не ошибаюсь. Вообще в игре. Может уже гораздо больше, конечно. Так, и нас просили помочь отбиться от пиратов. Давайте, наверное, этим займемся. И тут уже дождь, какие-то погодные эффекты. Так, иди сюда. Давай с тобой пообщаемся. Отнеси ящик с патронами Ок Генвону. Да поживей, не стой столбом. А, погнали. Так, где этот? Ок, кто-то там. На, вот он. Совсем рядом. Давай с ним пообщаемся.
Вы, наверное, друг командира. А, точно, вы недавно едва не погибли. Вам лучше? Ну, конечно, отлично, вы ищете до Чанпуна. Он на побережье, сражается с пиратами из Морского Братства. Вон там, видите, дерется один против целой толпы. Это и есть до Чанпун. Ну и да, стоимость према пока еще не озвучена, но только приобретя набор, можно уже там сразу получить прем на 7 дней, на месяц и на 3 месяца. В зависимости от того, какой набор приобретете. Ну, я думаю, что-то в районе, наверное, 500-600 рублей, наверное, что-то типа того. Так, а вот и Дучанпун. Прошу вас, помогите нашему командиру, каким бы сильным он ни был. Нелегко сражаться одному против целой орды, но вообще без вопросов, конечно, поможем. Спасибо, командир. До вон там, на берегу, скажи Сон Чун и Ю Хун. Ой, господи, уже пошли к нему. Вы тоже идите скорее, нам награду дадут. Целебное зелье. И вроде как целебные зелья важны. О, здесь уже другие игроки лазят. Довольно прикольно. Так, куда нам помогать? Нам туда помогать. Побежали. Достанем меч. Что нам сделать надо? Нам надо пиратов убивать, которые, по-моему, дохнут вперед, чем я к ним подбегаю. А мы уже все помогли, нет? Похоже, что нет. Уничтожьте десантников и элитных солдат. Ну вот он, самый элитный на деревне, по-моему, был. Нет, не он. Такс. Капец тут народу, конечно, сейчас. Смотрите, все просто ждут, когда кто-то появится. Давайте хоть кого-то попытаемся убить. Элитный солдат был да всплыл. Так, и такими темпами не так-то просто их будет убить. Так, я уже кого-то смог убить. Но народу реально много, все на серверы позавалили. Так, вроде все справились. Так, а где теперь этот гаврик, с которым нужно пообщаться? Синий круг на мини-карте показывает место, где можно найти оглушенного стража. Пойдемте. Ага. Погнали. Нам нужно теперь спасти этого солдата бедного, оглушенного. Куда-то сюда его заволочь. А, туда даже. Неплохо так. Неплохо так хрупкая девушка несет такого солдата. А я тут не один, кто хочет отнести. Так, этот бедняга так обессилен, что не может, не мог даже медитировать. Еще немного и было бы поздно. Он наверняка бы погиб, не приди вы ему на помощь. А, это же вас спас наш командир. Вижу, вы быстро пришли в себя, да, все походу знают уже. Командир говорил, что вы будете в порядке, но, признаться, я никогда не видел такой раны, как у вас. Да уж, вы заставили нас поволноваться. Вернитесь лучше в лечебницу. На деревню напали пираты, так что снаружи сейчас небезопасно. Вы хотели, наверное, поговорить с Дочанпуном. К сожалению, вы разминулись. Он уже прогнал пиратов. Теперь ищет на берегу раненых товарищей. Идите в лечебницу, где вы очнулись. Не сомневаюсь, скоро командир вернется туда. Ну, пойдем с ним пообщаемся. Он тут всех победил и свалил, в общем-то. Что? Так, перепрыгнули. Нам, походу, сюда. Ага, а вот и Дочанпун. Вы несколько дней пролежали без чувств, а как очнулись, сразу в бой. Достойный ученик Путихона. Откуда вы знаете про Путихона? Я забыл представиться, меня зовут Дочанпун. Сейчас я возглавляю местную стражу. А в прошлом был, как и вы, учеником Хон Сакына. Недавно разразилась сильная буря. Я увидел, что школа горит и поспешил туда, но я опоздал. Учитель и все остальные. Кто это сделал, кто посмел? Это была Чин Саен. Я не знаю, кто такая Чин Саен, но, кажется, однажды слышал ее имя от учителя. Если она сумела победить самого Хон Сакына, великого мастера боевых искусств без помощи, мы с ней не справимся. Во всем виноват Мусон, он предатель.
Муссон иногда бывал у нас, надо сказать, он никогда не нравился. Что-то недоброе было у него в глазах, он должен ответить за свое преступление. Но сам я отомстить не могу. Почему? Пираты из морского братства хотят захватить нашу деревню. Мой долг дать им отпор. Хорошо, что мы из одной школы. Надеюсь, вы поможете мне одолеть проклятых налетчиков. Мы не позволим пиратам хозяйничать на нашей территории. Нужно прогнать отсюда этих головорезов. Я отправляюсь на поиски логова. Ну а вы пока присмотрите за деревней, хорошо? Ну, вообще без вопросов. И нам дадут манты какие-то дадут, короче. Окей, это... Шкала опыта растет. Выйти из лечебницы и поговорить со стражем. Это у нас нам Саю. Но нам она не нужна. Давайте со стражем пообщаемся. А где страж? Прогружается. Ну, да, бета-тест закрытый. Куча народа. Еще будут стресс-тесты и тому подобное. Поэтому глюки, возможно, просто посмотреть, какая толпа. Да, все хотят пообщаться с Госанчуном этим. Извините, что так грубо с вами разговаривал, когда мы отбивались от пиратов. Я решил, что вы просто подносите патроны. Вообще-то, за припасы отвечает Додан Хан. Но в нужный момент он, как всегда, куда-то запропастился. Кто такой Додан Хан? Он единственный сын командира, хотя между ними нет ничего общего. Может, он ему не родной? Я думаю, что у пиратов есть шпион в деревне. Сомнений быть не может. Все указывает на это. Готов поспорить, это глупый мальчишка Додан Хан нас предал. Только никому не говорите о моих домыслах, ладно? Почему вы считаете его предателем? Дело в том, что пираты появились, когда он стоял на страже. Как по мне, все это выглядит очень подозрительно. Теперь Додан Хан куда-то исчез. Габон отправился на поиски, если я прав, предатель приведет его к штабу пиратов. А где расположен штаб? Где находится штаб, никто не знает, но у матросов морского братства есть карта. Найдите ее и отправляйтесь на помощь Габону. Габону, да, так и есть, смотри-ка. Ну, да, да. Пойдемте найдем карту. Где бы она там ни была. А, мы можем даже слетать. Такс, где только отобрать у матросов Южного Братства карту с расположением пиратского штаба. Красный круг на мини-карте показывает место, где можно получить. В общем, у пирата карту штаба морского братства. Да вот. Давай заблокируем твою атаку. И сделаем дело. Так, из тебя нифига не выпало. А вот из тебя что-то да выпало. Карта штаба пиратов морского братства. Окей, еще и бомба. А, ее можно тут покинуть. Бум. Страж бамбуковой деревни. Так, отлично. Поговорить теперь надо со стражем Габоном, который прячется на причале штаба морского братства. А, причал где-то там. Ну-ка, давайте-ка еще. Оп, оп. Ловим. А, ты решил меня просто так. Видите, можешь даже в спину зайти. И нафиг запотрошить. Ладно, погнали. Так, убери меч. Не хочешь убирать меч? Матрос, иди сюда. А, я ему за спину зашел. Так, ладно, с этими ребятками разобрались. Походу, нам как-то вот так надо бежать. Так, ладно, с этими чуваками драться не будем. Вроде как смысла нет. Что там за них опыта дают? Блочим. Оп, оп, оп. Комбо-момбо. Ну, что-то дают. Я думаю, мы больше по квестам соберем. Здесь, на самом деле, раскач проходит именно через сюжетку. Так, все. Побежали сюда. Че, ребятки? Нафиг, в кашу. Пойдемте пообщаемся. Так, Габон.
О, слава богам, вас прислал Сальчун. Даже если нет, мне все равно нужна помощь. Я ищу шпиона, его зовут Доданхан. Он такой неважный шпион, его все вычислили. Вы думаете, что Доданхан предал родную деревню? Этого не может быть. Он бы ни за что так не поступил. Никакой он не шпион, уверяю вас. Зачем же Доданхан пришел сюда? Он хотел задать хорошую трепку этим пиратам, но в результате попался, его посадили в клетку. Я с большим трудом добрался сюда, но испугался пиратов. Теперь прячусь и дрожу от страха. Пожалуйста, спасите Доданхана. В отличие от меня, вы наверняка справитесь с охраной. Ты чертовски прав, мы должны справиться с охраной. Где только она. Убить младших сторожей Южного Братства, от которых прятался Габон. А, вот этих что ли, ребят? Так, хорошо. Что у нас еще теперь? А, вот клетка. А, это все, великий колдун. Ну, все, был великий, всплыл великий. Давайте откроем клетку. А вот и Доданхан. Так, вы вовремя, я так и знал. Сальчун обязательно прислал бы кого-нибудь. Непременно. Так что это не вы меня нашли, вас сюда просто послали. Ну что, займетесь делом? Ну сколько мне еще ждать, а? Напротив прохода берег, видите? Ну вон там, смотрите, там стоит пиратский корабль. В его трюме полно снарядов и пороха. Я поставил пушку так, чтобы одним точным выстрелом разнести этот корабль в щепки. Стреляйте, убейте всех этих мерзавцев. Ну же, поторопитесь. Растерялись? Не хотите стрелять? Ну что, мне тогда выстрелить? Ладно, я задам им жару, будет весело. Хорошо. Что нам нужно сделать? Использовать пушку, установленную Доданханом. Где она там? Давайте-ка выстрелим. Так, все, корабль сделал бум. Ну, отлично. Давайте пообщаемся. Так, я понимаю, что дико рад. Так, не двигаться. Куда он делся? Он куда-то ухохотал вдаль. Так, трусливые пираты, жалкое зрелище. А Ингваниль выглядит еще никчемнее, чем все не вместе взятые. Кто такой Ингваниль? Поверить не могу, неужели вы никогда не слышали про Ингваниля? Это знаменитый пират Гроза Морей. Одним выстрелом мы убили кучу пиратов. Нам повезло, если бы не пушка, мы бы уже были покойниками. Теперь надо поскорее делать отсюда ноги. Давайте используем даосский маяк, пока пираты не вернулись. Вы у себя на пике рассвета совсем отстали от жизни. Этот маяк позволяет быстро перемещаться по миру. Хорошо. Откройте карту клавиша М, там будет значок, в общем-то. Нажмите на него, потом объясню подробнее. Нажимайте уже. Да не вопрос. Давайте переместимся. Пункт назначения, погнали. А, на бамбуковую деревню. Перемещение так. В пространстве отменено. Отменено, это бамбуковая деревня. Бамбуковая деревня, ну, все окей. Полетели. У нас еще даже с озвучкой говорят, что отмена перемещения. Так, мы шаманим активно. Воу. Как Супермен просто куда-то сразу в космос улетели. Так, загрузочка. Бамбуковая деревня. О, тут кошак, что он тут забыл? Что мы тут можем в бамбуковой деревне? Можем с кем-то пообщаться. А, с Габоном, само собой, но... Я хочу немножечко посмотреть по сторонам.
кто-то тут уже няшных эльфийских, ну, каких-то котообразных этих создает. Смотрите. Чувак с пушкой. Так, ну окей, давайте пообщаемся. Доденхан сразу пошел в дом командира, он велел и вам туда идти. Ну, так, ну как, понравился доусский маяк? Когда я в первый раз им пользовался, то очень устал. Все окей. Вас маяк перенес не очень далеко, я-то в первый раз аж из долины Великих Скал вернулся. Запомните, когда путешествуешь пешком, тратишь свои силы, а когда используешь маяк, только деньги. Это каждый путешественник знает. Что еще мне нужно знать? Даосский маяк может перенести только туда, где вы уже бывали. Да, чем больше расстояние переноса, тем выше плата. Это очевидно. Пока не забивайте себе голову. Освойтесь понемногу. Ну, пойдемте к командиру, он уже зажидался. Пойдемте. И он что-то в другом конце этого места. Так, оп. Прыжки можно делать. Довольно прикольно. Так, еще полет не работает. А, вот. Надо еще раз нажать. Ну все окей. Все работает, все хорошо. Ты кто такой? Новичок. Но уже в какой-то другой одежде. У меня пока что совсем стрёмная, конечно. Но я думаю, мы скоро обзаведемся чем-то более пристойным, чем то, что у меня есть. Так, с кем нам тут нужно пообщаться? С тобой же. Вы не ранены, там был Ингваниль. Мой сын едва не погиб, да и вам тоже досталось. Пока вас не было, я отправил разведчиков на поиски Чинсаен. Остается только ждать, не сомневаюсь, они найдут ее. Понимаю, вы горюете по учителю, но сейчас нам нужно держаться вместе. О, вы еще не знакомы с моей семьей. Парень, которого вы спасли, мой сын. Еще у меня есть воспитанница. Ее зовут Намсаю, она мне как родная дочь. Вы ее уже видели. Это она была с вами в лечебнице, когда вы очнулись. Намсаю, мое сокровище, пора бы ей вернуться. Так, что у нас тут награда? Меч пути Хона. Что? Почему? Согласны? Если пирата на меня... Смотри, друг ты! Куда пялишься? Местная красотка такая. Несравненная красавица. Все ясно. Так, меч Путихон у нас получен. Мы его сразу же можем применить. Его можно инкрустировать. Инкрустацию проводить, да? А как понять, он лучше? Он, ну, очевидно, он лучше. Что у нас, где у нас характеристики, да? Сила атаки плюс 9, блок плюс 4. Ну, то есть он будет явно получше. Этот слабее по характеристикам. Тут у нас с некоторым шансом ХП плюс 20, он еще и здоровье нам с некоторым шансом, что ли, восстанавливает. Рассмотреть в деталях. Shift. А, так вот можно посмотреть, здесь его можно усилить, и здесь именно морф оружия производится, то есть улучшение. Прикольно, прикольно. Ну окей, давайте пока дальше по квесту пойдем. Пообщаемся с тобой. Так, все в порядке, как славно. Я слышал о том, что сделал мой брат. Похвалить Доденхана. Он проявил себя с лучшей стороны, и это все благодаря вам. В знак своей признательности жители деревни приготовили небольшой подарок. Это 3 грамма. У вас их, наверное, уже много, но это особенное. Прошу вас от чистого сердца, примите ее. Я не знаю, что это. Так вы никогда не пользовались 3 граммами? Ничего страшного, я научу вас. 3 грамма – это таинственный предмет, который увеличивает мощь воина, даруя вам новые силы. Она становится частью вашего существа. Как ее использовать? Найдите среди своих вещей ваш подарок, нажмите на клавишу B, чтобы открыть окно Багуа. Перетащите выбранную 3 грамму в ячейке экипировки наверху. Можно использовать и другой способ. Достаточно щелкнуть по 3 грамме правой кнопкой мыши.
Вот, попробуйте, у вас обязательно получится. Ну, почему бы и нет, давайте пробовать. Так, давайте отойдем. Откроем, вот наша 3 грамма, ритуально-тренировочная 3 грамма. Эффект набора, то есть если мы набор собираем, у нас есть, соответственно, эффект за это. Она дает нам хп 10, точность 2. За набор точность плюс 2, блок плюс 7, точность плюс 10 и защита плюс 4. Так, мы можем точнее это все дело рассмотреть, опять же. Их тоже можно каким-то образом апгрейдить. Если я на B нажимаю, открывается багуа. Активное, запасное. Тут можно будет переключать, что очень круто. И мы ее можем сюда перенести. Можно было просто нажать. И оно бы сюда перенеслось. Соответственно, наши характеристики подулучшило. Но, хорошо, ну-ка давайте снимем. Так, 356 здоровья. 366, соответственно. То есть, плюс 10 хп. И точность на 2 повысилась. Так, это у нас снаряжение, материалы. Прочее, тому подобное. Ну, хорошо. Давайте пообщаемся. Так, обидно, что мне не удалось подготовить для вас только... что мне удалось подготовить для вас только одну триграмму. Других фрагментов этого багуа я не нашла. Мне жаль. Зачем мне фрагменты? Если экипированы 3, 5 или 8 триграмм с одинаковым названием, эффект от них будет гораздо сильнее. Но помните, воспользоваться преимуществами вы сможете только в том случае, если облачены в наряд. Иначе триграммы теряют свою магию. Сказать, что запомним, конечно же. Вот, наверное, и все, чем я могу помочь. Жители деревни будут очень рады, если увидят, что наша триграмма вам пригодилась. Все с удовольствием найдут минутку с вами поболтать. Вы ведь еще не знакомы со старостой нашей деревни. Поговорите с ним, он всегда сам привечает наших гостей. Он будет рад вам. И мы получаем кошель путешественника. Вам пришел вопрос. Так, окей, нам еще каких-то ударов дали. Такой вот удар появился. На тап есть вот такая вот мясорубка. Так, хорошо, хорошо. И появились у нас кошель путешественника. Можно использовать для расширения инвентаря, склада, шкафа. То есть мы можем его использовать. Разделить, далее. Так, это разделить, я не хочу разделить. Я хочу использовать. Как тебе использовать? Вопрос, вопрос. Нельзя передать, понятно. Так, это карта. А, вот так просто сюда нажимаем. Допустим, окей. Я расширил свой инвентарь. Походу на 8 уровне мне дадут следующую. Которую можно будет использовать. То есть и шкаф можно увеличивать. Ну, хорошо, я не против. Погнали дальше. Куда мы можем? Дом старосты. Где-то здесь. Так, походу вот здесь. Так, чё? Обходить его, что ли? Ну-ка, запрыгнуть не удастся, походу нет. Бегать по стенкам я еще не умею. Поэтому придется, как обычные люди, через дверь заходить. Так, Гвадеги. А, что вы здесь делаете? Я староста деревни Гвадеги. Я вас раньше не видел. Кто вы? Сказать, что мы знакомы с Дочан Пуном из одной школы, в общем-то, мы с ним. А, так это вы дрались с пиратами. Вы отлично справились, спасибо вам. Я слышал, что вы пока остаетесь в деревне, да? Рассчитывайте на меня и будьте как дома. Ваша помощь была бы очень кстати. Прогуляйтесь по округе, здесь много тех, кому она пригодится. Да и еще, пришло письмо от алхимика Гвачуна. Страж Гвачиль хочет встретиться с вами и просит зайти в лечебницу. Я не знаю, кто такой этот Гвачиль. Вот как странно, тогда сами решайте, идти или нет. Ну, отдыхайте. И тут нам корунт удачи ученика. Материал для улучшения оружия. Понятненько. Ну пойдемте, я ж не против. Где там у нас лечебница?
А, сюда нельзя почему-то. Так, окей. Чтобы повышать уровни, выполняйте дополнительные задания во время прохождения сюжетных миссий. Ну и давайте попробуем вспомогательный вот этот квест сделать. Что тут? Ты кто вообще такая? Вы знали, что можете улучшать свое оружие? Улучшать оружие? Как это? Наступили опасные времена, так что чем мощнее ваше оружие, тем лучше. Хотите узнать об этом подробнее? Тогда слушайте. Когда вы выполняете задание, то совершенствуетесь и получаете опыт. Также и ваше оружие получает опыт, когда вы улучшаете его с помощью нужных материалов. И, конечно же, оно становится мощнее. Что это за материалы? В качестве материала для улучшения можно использовать корунд удачи или другое оружие. Корунды удачи бывают самые разные. И еще запомните, что использовать можно только оружие, подходящее вам по уровню. Если вам попадется какое-нибудь оружие, используйте его, чтобы улучшить ваше. Я расскажу, как это сделать. Откройте окно инвентаря, в общем, выберите оружие для улучшения с помощью в окне управления снаряжения. Затем выберите материал для улучшения, нажмите кнопку улучшения. Ну, понятно. Охо-хо, по вине пиратов стражи голодают. После атак морского братства наши кладовые опустили. Сердце разрывается. Пожалуйста, передайте Хо-Ому мое угощение. Это каша из крабов. Пальчики оближешь. А где найти Хо-Ома? Ну и растяпа я. Тут все просто. Вы найдете Хо-Ома без всякого труда. Умеете пользоваться окном задания? Нажмите клавишу, ну понятно. Откройте окно, выберите нужное задание и щелкните по кнопке локации. Вы сразу поймете, куда идти. Попробуйте таким образом отыскать Хо-Ома, накормить его моей кашей из крабов, я надеюсь на вас. Не забудьте, сперва нужно выбрать задание, потом щелкнуть по кнопке локация. Нам дадут целебное зелье и ключ пути Хона. Подходит для сундуков с сокровищами и запертых сундуков. Понятно. Посмотрим, чтобы повышать уровень. Так, ну, это мы уже читали. А, вот у меня есть корунд ученика есть. Так, а как тебя повышать-то? Управление, экипировать. Изменить внешний вид. А, это можно перенести внешний вид какого-то оружия. Так, ну окей. Иди сюда. Снять. Так, нет. Здесь мы можем улучшить материал. Корунд. Так. Давайте-ка улучшим. Деньги у нас вроде есть. Все, улучшили. До второго уровня, кстати, меч прокачали. И теперь сила атаки 15 и блок 6. Ага, и тут у нас максимум прописан, я так понимаю, до которого можно прокачать. Ну, круть. А теперь нас еще просят научиться, как бы, находить квест. Ну, неплохо это все выглядит. Неплохо. Давайте глянем, где у нас квест. Накормить голодного. Так, а тут еще оружие воителя. Так, локация. Чиньк. Нажали локация, и все, у нас вроде как появилось место, куда нам надо идти. Давайте сбегаем, это куда-то в ту сторону. Да, вот так вот. Ну, давайте-ка проверим, как у нас... Ой, как высоко. По-моему, даже чересчур высоко. Так, а вот и Хо-Ом. Давайте-ка с ним пообщаемся. Так, вы здесь зачем? О, да, это каша из крабов, приготовленная тетушкой Пекон. Огромное спасибо, давно во рту ни крошки не было, скоро ноги подкашиваться начнут. Вы, наверное, тоже проголодались, хотите попробовать? Спасибо. Да, я хочу ништяки. А, да, у нас тут вот персонажики бегают все. Ну, круто, круто. В принципе, первый квест, принеси, подай, там убей еще кого-то. Это все, как всегда, как во всех... Оно ММО и бывает. Со временем у нас будет все более круто боевка прогрессировать. Уже мы там какие-то удары умеем делать. Но все, конечно, ни о чем пока что. Будет гораздо-гораздо круче. Можно будет разные приемы комбом делать.
Но это в будущем, а пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.